деталях, о мелочах. Если я говорю медленно, это значит медленно. Если быстро, соответственно, делаем быстро. Делали. Обратите внимание на прямой угол колени. Прыгаем вверх. По два человека. Второе упражнение. Стойте, стойте, стойте. Сначала показываем. С одного шага мы выполняем упражнение. Флоутер с одного шага. Если я пошел влево, то я опору, опорная нога левая, а сам правой рукой. Ну, Стив Нэш выполняет это упражнение в игре. Если я ухожу в правую сторону и вталкиваю правой ноги, бросаю левой рукой. Введение на месте. Я, соответственно, за игроком, который передо мной. Обратите внимание, как работает. Второй начинает, обходит защитника, потом идет защитник в другую сторону. Обратите внимание. Здесь самое главное коснуться игрока перед тобой. В правую сторону. Thank you.
если защитник меня обязает от движения кольцом. Защитник может заработать, подставиться под игрока, совершить пол нападения для нападающего. Я делаю шаг в сторону. Сюда. 4-6 человек за дыном. Мы начнем вправо, влево. Мы будем чередовать. Если мы идем в левую сторону. Обращайте внимание на своих партнеров, которые имитируют свободное место. Обратите внимание еще раз. Второй человек идет right. Right. Один влево, другой вправо. Ребят, вы должны обратить внимание, фишка это как будто бы защитник. Вы должны ориентироваться на нее, не уходить в сторону, а найти контакт с фишкой. Представьте себе, как будто защитник выходит на вас. То есть он уже заблокировал вам движение к кольцу. Да, первый, найдите контакт, если можно так сказать, на защиту. Гэн в очередной раз говорит, как будто вы отдаете пас.